Во второй половине дня 16 июля боевики обстреляли периметр Донецкого аэропорта, в результате чего был поврежден газопровод. Об этом сообщается на сайте мэра Донецка. На месте повреждения возник столб пламени. По состоянию на 17:00 аварийные бригады не могут подъехать к месту происшествия и приступить к ликвидации. Их не пропускают вооруженные представители Донецкой Народной Республики. Говорится в сообщении Донецкой облгосадминистрации. По данным пресс-службы, данная авария не повлияет на газоснабжение города.